Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела меня домой. Ты говорила мне сядь, говорила мне встань. Потом, наверное, устала и легла на диван. И понял это намек, все ловлю на лету. Но не понятно, что конкретно ты имела в виду. Что ты на виду? Я не понял. Что ты не виду? Все понятно, что ты не виду. Что конкретно? Что ты не виду? Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? Что ты имела? Запомнил твоего лица. Но мы поехали, купили два каких-то кольца. Играл орган, все пили вино. Твоя мамаша почему-то назвала меня сынок. Я понял, это намек, все ловлю на лету. Но непонятно, что конкретно ты имела в виду. Что ты имела в виду? Я не понял. Что ты имела в виду? Все понятно. Что ты имела в виду? Что конкретно? Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? Что ты имела? Да-да, ты была, я сплю, но я-то видел, дружок, как ты мне сыпал в суд какой-то белый порошок. Странный вкус темнеет в глазах, и ты сказала, окей, до встречи в небесах. Я понял, это намек, все ловлю на лету, но непонятно, что... Что ты имела в виду? Ой-ой. Что ты имела в виду? Эй-эй. Что ты имела в виду? Ой-ой. Что ты имела в виду? Все у меня хорошо, прекрасно как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. Че-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Ну ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, че это было за кольцо. И че за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Ну я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что ты имела в виду. Что ты имела в виду? Что ты имела? Что ты? Что ты имела? Что ты имела? Что ты имела? Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? Что ты имела? Счастливы приветствовать вас вновь в ЦДХ, где не играли, по-моему, ну, лет, наверное, 7-8, да, как-то так получалось. Вот Сергей Сергеевич только что позволил себе снять очки, чтобы доказать, что это действительно группа «Несчастный случай», а не дублеры. Не голограммы. И не голограммы. Хотя я не советую вам сразу уж так уж этому доверять. Может быть, один Сергеевич сегодня пришел, а мы на самом деле все работаем в Нижневартовске сейчас за бешеные деньги. Вполне возможно. Нет, невозможно? Почему? Такое же много раз бывало. Я имею в виду, что... Без меня, потому что я не в курсе. А, мы ни разу не брали тебя в Нижневартовск. Да. За фигня такая. Ну ладно, неважно. Друзья мои, итак, мы, как всегда, будем очень рады, если вы будете нам присылать какие-нибудь записки или выкрикивать с места разные симпатичные глупости. Мы будем вступать с вами в дискуссию, выходить победителями обязательно. Что?
Нет, халаты где? Халаты, где им положено, на крючке в ванной комнате дома. Друзья мои, вот пожелания типа фанки-фанки и прочее, вы лучше действительно пишите, чтобы мы их как-то фиксировали в голове и потом, возможно, внесли бы в программу.